И всем привет, друзья! Меня зовут Кот. Продолжаем проходить кампанию Архипелаг 2 в игре Arma 3. В этот раз будем проходить очередную миссию Поиск. Это уже 8-я миссия. Ну, смотрим, что нам нужно. Найдите первый ящик с секретным грузом. Примерное падение ящика указывает его радиомаячок. Обнаружив ящик, вы сможете забрать находящийся в нем пеленгатор, с помощью которого определите район падения второго ящика и офицера. Хинт, чтобы забрать содержимое ящика, подойдите к нему через контекстное меню и выберите «Забрать груз». Но лететь нам тут долго, судя по всему. Площадка такая себе, если честно. А не, нормально. О, вот это оружие. АКМ. Неплохо. Мы все высадились, а дальше-то что? Ну, теперь, я так понимаю, нам идти вот в эту сторону. Ну, пойдемте. Вертолет у нас улетать почему-то не хочет. Никак, что полетел. Долго он там думал. Противник вывел группу перехвата. Все слышали? Надо поторопиться. Наверное, так бы сказал командир отряда. Ну вот, мы почти на месте. Тут уже надо быть повнимательнее, значит. Понятно. Вот оно где сохранение. Это я вижу упавший вертолет. Кстати, американцев не видно, но я не думаю, что они вот где-то вот тут пойдут. А вот и то, что нам нужно. Вижу цель. Солдаты. Направление 500 метров. Прием. Забираем груз, пока наши прикрывают. Первая задача выполнена. Отлично. Нам теперь вот туда. Второй бокс, найдите офицера. Пойдемте. Знакомое место, по-моему. Ну да, почти. Там не какая-то база. Противник вывел группу перехвата. Американцы ищут уже второй ящик. Где ты находишься? Прием. Вижу цель. Солдат, направление 200 метров. Прием. Замечен противник. Солдат, запад, 200 метров. Прием. Замечен противник. Ракетометчик, запад, 200 метров. Прием. Где ты находишься? Прием.
Замечен противник. Солдат, юг, 100. Прием. Вижу цель. Солдат, направление 100 метров. Прием. Уложил гада. Ладно, теперь надо аккуратно подойти. И попробовать их зарашить. Не знаю, убил, не убил. Вижу цель. Граната солдат, пошла. Направление 200 метров. Прием. Нормально, пули получает там. Автомат достает, вообще шикарно. Да я вот так могу. Заряжаю. Вообще-то. Вижу цель. Солдат. Направление 100 метров. Прием. Где ты находишься? Прием. Замечен противник. Солдат. Юго-восток. 200 метров. Прием. Нужно перезарядить. Вижу цель. Солдат. Направление 100 метров. Прием. В меня попали. Нет, тут что-то какая-то херня сделана. Очередь в него засадишь, он еще встает после этого. Это как минимум нереалистично. Нужно перезарядить. Короче, каждому подходить и в голову добивать на что ли? Вижу цель. ПМП. Направление 500 метров. Ну, еще лучше. Там он гранатометчик-то был, вроде как. Конечно, был, вот он. Берем у него трубу. Ну где там этот БТР-то? Понятно, где он. Он занял удобную позицию. Заново это, я не знаю, это криндец какой-то. Заряжаю. Нужно зарядить, прикрой меня. Так, продолжаем искать ящик. Он лежит где-то на склоне. Если верить фотографии. Противник вывел группу перехвата. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 100 метров. Прием. Он сейчас встанет. Ну, конечно, молодец, вообще красавчик. Врача. Вижу цель. Ракетометчик. Направление 50 метров. Прием. Иду. Я прикрою.
меня. Иду. И как что откис? На у них позабирать эти самые. Ну и где этот ящик? Вот он. Все, ящик найден. Так, кто ранен? Седьмой. Сейчас мы тебя подлечим. Иди сюда. Движение на северо-запад. Иди, я прикрою. Ничего, поправим, сейчас все нормально будет. Седьмой, вернись в строй. Все, времени мало. Прикрой меня. Американцы там еще офицера ищут, поэтому нужно поторопиться. А вот тебя-то мы и искали. Погоди. Нам куда-то туда. О, можно попробовать отжать Хаммера. Отлично. Трава мешает вступить в бой. Замечен противник. Солдаты, запад, 200 метры, прием. Где ты находишься? Прием. Замечен противник, солдат и ракетометчик. Юго-запад, 100 метры, прием. Седьмой, какова обстановка? Прием. Понятно, седьмого тоже нету. Юго-запад, 200 метры, прием. Где ты находишься? Прием. Седьмой, убит. Да, у меня все эти закончились. Мне повезло, что я могу сказать. Отходим к точке эвакуации. Заряжаю. Пока этих зомби американцев отстреливаешь, тут убьют кого хочешь. Не получилось у нас офицера найти, поэтому отходим. А вот через этих просто так не пройдешь, это патруль. И солдат, юг, 500 метры, прием. Короче, я знаю, как отсюда эвакуироваться. Ну, точка эвакуации где-то там. Вижу цель, пулеметчик и солдат, направление... А, даже вон там. Ладно, выйдем к ней сейчас аккуратненько. Еще один патруль. Двое только. Надо было с той стороны заходить. Ладно, хрен с ним. Ну вот, мы почти пришли. А вот тут на аккуратней, тут могут их встречать. Вижу цель, солдаты. И... Что там, что там? Так, ну я пока тут никого не вижу, кстати.
Так. Замечен противник. Солдат. Северо-восток. 200 метры. Прием. Замечен противник. Пулемет. Таких встречают. Метры. Прием. Заряжаю. Я вообще не понимаю, как это работает. Нифига, как это они двое откисли-то. Минус. Да, тут чисто. Противник, солдат, север, 500 метров, прием. Как можно вот тут застрять, я не понимаю. Зарядить, прикрой меня! Иди, я тебя прикрою. Тут он один был. Ладно, пошли. Иду. Вот отсюда еще никто не выходил. Надо бы проверить. Иди, я прикрою. Двигай. А, тут никого. Все, ждем транспорт. Прием. Второй, все. И солдат север, 500 метров, прием. Миссия выполнена. Все, за нами прибыл корабль. И на этом миссия у нас выполнена. Да, конечно, мы не выполнили дополнительное задание, не спасли офицера, можно было переиграть, но уж ладно. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк и не забудь подписаться на канал. Всем пока.